у той и у другой команды. Михаил Николаев против Руслана Пилецкого. Сити против Новатора. 0-0. Серия после матчевых пенальти. Ждем свистка. Вот он звучит. Михаил Николаев. Разбег. Удар. 1-0. В пользу Сити. В этой послематчевой серии. Ну и Руслан Пилецкий отдает мяч Рустаму Шахмельяну. Здесь тоже капитан первым подходит к мячу. Александр Панфилов занимает место в воротах. Также не состоялась замена вратаря и у Сити. Под серию пенальти. В левый угол пробивал Михаил Николаев. Посмотрим, куда будет бить Рустам Шахмельян. Разбег. Удар в тот же угол. А Александр Панфилов тащит этот 9-метровый. Да, ну вот насколько классно он играл в матче, настолько же классно он сейчас и тащит пенальти от Рустама Шахмельяна. 1-0 по пенальти. Остается впереди команда Сити. Прекрасный сейв от Александра Панфилова. А здесь замена вратаря все-таки состоялась. Илья Горшков занимает место в воротах у Новатора. Озу Морейра подходит бить. Просит арбитра занять место на ленточке голкипера. Озу Морейра. Удар и в тот же угол, что и Михаил Николаев, что и Рустам Шахмельян. Бьет Озу Морейра. 2-0. По пенальти впереди Сити. Филиппе надо забивать. Просто необходимо. Александр Панфилов приносит ему мяч. Такой специальный психологический ход от голкипера. Потрогал перекладину опять. Вратарь команды Сити Филиппе. Очень долго подготавливает точку. Показывает арбитру, что все, мол, можно. Арбитр-то уже давно разрешает. Филиппе. Филиппе, пятый номер, готовится нанести удар в ворота Александру Панфилову. Разбег очень серьезный у Филиппе. Вы посмотрите, метров 6, наверное, до мяча. Удар в другой угол и не попадает Филиппе. Победа команды Сити. 2-0 в серии пенальти. Выигрывает команда из Ленинградской области. 3-3 в основное и дополнительное время. 2-0 по пенальти. Сити одержала победу. Ну что ж, я на этом с вами буду прощаться. Меня зовут Виталий Павлов. Я для вас прокомментировал эту встречу. Совсем скоро начнется здесь и следующий матч игрового дня московского этапа фонбет чемпионата России по пляжному футболу в дивизионе Суперлиги.